В общем, мы решили сегодня сходить в магазин «Светофор», посмотрим, что там из новинок. Есть джем. Это, по-моему, джем, нет? Да, это джем. Клубника, варенье, 900 грамм. Кильки. Всякое. Всякое такое. Пошли дальше. Много людей. Хайнц, кетчуп томатный, 41,40. Нам нужен кетчуп? Не знаю. Вот. Это не то. Нежность. Нежный. Ну, где-то там был ценник, я видела, мне кажется. Пылесос внезапно. Маленький. Маленький пылесосик. А чё, почём он? Там провод, что ли? Да. И получается 1400. Здесь все для школы, но мы сюда не пойдем. Одежда. Одежда. Всякое для дома тоже. Мыло. А нет, это не мыло, это шампунь «Детский весна». 65 рублей. 500 грамм. Вот. Шампунь для всей семьи. 35. Объем литр. Разный. И крапива есть, и морской бриз. Получается. Аф. Кондиционер для белья. 2 литра. А здесь 3 литра за 65. Вот этот. За 65 вот этот. Чё, выгодно, ребят? Как бы ни звучало, выгодно. Мыло. Вот ценники его. Я сейчас просто стараюсь смотреть, что нам надо, что не надо. Сорти за 19 рублей. Здесь дешевле. Имейте в виду. Санокс Ультра антижир. 38,30 за 750 миллилитров. Так, здесь уже 70 рублей. Видно, они там что-то непонятно как-то. Для туалета гель за 37,750 грамм. Ой-ой-ой-ой-ой. Он уже потек. Здесь такой резкий наклон идет в магазине, можно упасть. Антикипин. Салфетки. Для уборки универсальные. 33. Мне кажется, маме такие нужны или нет. Вискозные. Хотя, наверное, ей такое не надо. Вот, кстати, как выглядит. Нет, это не то. Вот, смотри, есть салфетки. Но они вискозные. Они 33. Вот, открыто, пощупай. Мне кажется, это не то. Это что кажется? Средство АОС. 70 рублей. В принципе, ну, даже гигиенические прокладки есть. Только их надо будет найти по цене. Но их почему-то нет по цене. То есть, как бы я вам не подскажу. Сода, мыло, арко, пена. Опять же, вот смотрите, какой большой объем. Но здесь проблема очень большая с ценниками. Набор ножей 107 рублей. 3 штуки. Из нержавеющей стали. Китай, Беларусь. Здесь же рядышком со специями идет отдел заморозки. Летают мухи, но это уже вопрос к магазину. Вот цены. Шеи цыплят, печень куриная, шампиньон 1 килограмм 127, капуста брокколи 107 за килограмм, овощная 78, фасоль. Вот какие цены.
Вот это уже все в наличии. Все, что осталось. Вот шампиньоны. Шампиньоны резанные, быстро замороженные. Килограмм. Вот их бы взять, по сути. Выглядит неплохо. Смесь овощная. Цены показывала. Овощная. 78. Здесь так прохладно уже. Хорошо. Дальше у нас что идет? Как раз таки брокколи. А нет, капуста цветная. Другое. Колбаски. Жареные хинкали имели. Давай. Утиная ферма. Черкизово поехал. Молоко по 39. Горошек. Оно так и называется. По 39. Сейчас маме скажу. Мам, молоко по 39. Лапша яичная 46. Мы находимся в магазине Светофор. Здесь вот есть всякие штучки для животных за 9 рублей. Что-то за 81, но это доски какие-то здесь были. Эти влажные корма по 9,60. 122 рубля. Вот такой корм для кота. 1,9 килограмм с говядиной. Есть с курицей тоже. Получается ценник 122,30. Состав. Состав: зерновые культуры, продукты их переработки, мясная мука, куриная мука, кукурузный глютен, животные жиры, масла. Господи! Дрожжи, сухие минеральные вещества, витамины, серум, таурин. Я не знаю, будет ли он этого, если взять на пробу после нашего Royal Canin, но в принципе попробовать можно. Чами с говядиной для кошек высшего качества, премиум квалити. Ладно, возьмем. Так, поехали дальше. Здесь сухой корм для собак. Ладно, собак у нас нет. Я даже не вижу ценника для вас. Я понимаю, но я не вижу ценника, нету. Смотрите, здесь мы уже были. Вот здесь мы не были, давай заворачивать сюда. Чайник с нержавеющей сталью 371,20. 2,5 литра. Он такой маленький, очень легкий. Достаточно легкий. Вот его коробка. Походу сделан в Италии. Производитель нет, в Китае написано. Так, туалетной бумаги тоже полно. Пеленки впитывающие. Сколько стоит? Вот что я искала себе на стол. Но мне нужен был формат намного меньше, конечно же. Но я не могу понять, сколько она стоит. Причем здесь цветы, а здесь переворачиваешь. Вот такая она красивая. Разная расцветка. Да, у них низ весь такой под типа мрамор. Вот эти красивые. А из чего сделано? И у сторонней салфетку. Вот сколько вот это стоит? Вот даже не поймешь, если честно. Двухсторонняя, смотри, какая. Здесь вроде бы стулья. Да, табурет 199. Да, вот разные ценники. Ковер 456. Здесь и большие ковры есть. Такие. Вот пакеты мусорные. В принципе. Стульчики. Столик, подставка универсальный. 159 рублей. Ну, 160. Я вам очень ее хочу показать. Я вам ее достану и покажу. Смотрите. Смотрите, какой столик. Вы можете сюда ноутбук
Давайте я вам разверну вот так. Она универсальная, действительно. Сюда стаканчик. Сюда еще что-нибудь. Размеры ее. А где размер? Подожди. Не вижу размер. Ну, вот так вот визуально. Вот моя рука. Смотрите. Расцветка получается бежевая. В этом магазине полно Серпухов, напоминаю. Но подставка прикольная, хорошая. Очень хорошая. Так вот лежите. Клубничку покушать. Знаете, так в принципе нормально. Вот так мы ее ставим, чтобы люди замечали ее. Так. Кресло, садовый шезлонг. 1000 рублей. 1000 рублей получается. 3 положения спинки. Тоже неплохо. Если мы пройдемся по одеялам, по подушкам, то цена здесь даже за 140, за 269 получается есть. Но она очень мягкая, как зефир. Имейте это в виду. Размеры 70 на 70. Вот. Ну, по ценам 269, 140, 549 за одеяло. Кому надо, вот. Я, правда, хотела вам вот это тоже показать, рассказать по стоимости. Но что-то здесь ее нет. Но мне кажется, либо 150, либо 250. Уголки специальные в ванну. Имейте в виду. Так, это в машину. Табурет пластиковый 149,50. Типа плетеный. Коврик для фитнеса 198 рублей. Разная расцветка. Фиолетовая, зеленая, желтая. Размер 1800 на 605 миллиметров. 198 рублей. Щетка стеклоочистительная. Дальше у нас получается, что здесь идет набор семян, 5 штук, 14 рублей. Что здесь? Разные семена, короче. Хорошо. Галоши садовые 63,10. Сапоги по 179. Галоши садовые. Вот маме надо взять их, наверное. Какой размер? 270. Что 270? Это надо маме. Здесь эти сланцы, сандали по 279. Получается, вот здесь есть такие сандали, они по 179. Вот. Тапочки тоже какие-то прикольные. И, кстати, тюль появилась. Тюль. Сейчас скажу, сколько же она стоит. Подождите. Занавеска. Она, кстати, здесь есть. Вот, 133 рубля. 133 рубля. Причем разные вот такие рисунки. По качеству. Вот она. Она вот такая. Из чего она состоит. Вот ее длина. Ага, полиэстер, наверное. Я так понимаю. Мам, здесь тюль. Смотрите, здесь разные полотенца. Бюстгальтеры даже есть. Это ящик с контейнерами, наверное, он смотрит. Детская обувь. 233 рубля, так что босоножки 298. 204 рубля. То есть детская обувь здесь хорошая. Вот мама там увидела тюли. В принципе, здесь можно найти, зависнуть на какое-то время и что-то для себя найти. Так что приезжайте, кому интересно. Наша корзина выглядит так. Молоко, соевый соус, корм, консервы и вот это все. Кстати, очень советовали вот эти вот контейнеры. Они, блин,
вроде либо 149, что-то типа того. Ценника вот нету, плохо. Не везде. Домашняя каша какая-то, но ей уже очень плохо. Идем здесь пройдем. Смотри, тесто слоеное есть. Ну, как-то вот ценник очень тяжеловато, конечно, найти, когда маленькие ценнички, мне кажется, намного удобнее. Есть разные пельмени. Опять же, за 97 рублей килограмм. Не знаю, какие они по вкусу. Наггетсы, блинчики. Мы сейчас с вами зайдем вот туда в холодильник и посмотрим, что там. Тут должно быть мясо, колбаски. И здесь очень холодно. Так, капуста. Ну, цены разные, мидии. Здесь очень холодно, ребят. Здесь простоять надо 159 рублей. Щековина, ребятки, не знаю. Но 159 она. Пахнет прям колбаской так сразу. Черкизово здесь есть. 80 рублей. Краковская. Краковская колбаска. Традиционная. Но традиционная нам не нравится. Мы не возьмем. Но я к тому, что здесь есть фирмы, которые вы встречаете каждый день. Буженина из курицы. 211 рублей. За сколько здесь грамм? Вот в упор не вижу, понимаете? Вот в упор не вижу, а потом увижу. Здесь очень холодно. Очень. Шпикачки, колбаски. Так, здесь есть йогурты. История у нас получается какая? То, что я зашла в холодильнике, но там телефон, видно, от холода резко отрубился, поэтому мне пришлось выйти. Не знаю, что я там сняла. Вот здесь еще есть шоколадная молочная паста по 99 рублей. Какие-то яйца тоже для детей, для мальчиков, для девочек в ассортименте. И вот я сейчас иду к маме смотреть хлебцы. Кстати, здесь есть детское питание «Фрутоняня». Для сводки тоже. Но очень мало ценников, поэтому я вам не подскажу, сколько это стоит. Так, давайте смотреть хлебцы. Где что? Показывай. Вот, ценника нет. Ну, они где-то 20 с чем-то рублей, 100%. 34. Ну, это нам не надо. Точно? Да. Ну, пюре, вот, 34, да, ты сказала вот уже. Пюрешка, а вот бифланч, нет цены. А нам он не нужен. Ладно, давай возьмем. Ну, вот, по итогу, вся наша корзинка, не знаю, шампиньоны возьмем замороженные? Давай возьмем, все-таки я пойду возьму их. Ну, народу прям, смотрите, покажу, вот так вот прибавилось в магазине. Сейчас шампиньоны возьму. Специями вкусно пахнет, кстати. Давайте мы хоть их выберем, эти шампиньоны с вами. Какие-то дробленные все. Передробленные. Просто вот эти первые... Они уже просто подтаянные какие-то. Так, где? 127. Все, я думаю, все, на этом мы остановимся. Так. Ну что? Можно я к вам поставлю? Ну, конечно, мы для этого идем. Так что? Увлажнитель воздуха за 702 рубля. Вот, в коробочке. Я что-то прошла мимо, не заметила даже. Сегодня мы закончили свой продуктовый, так называемый, шопинг. Вся сумма вышла на 810 рублей. Вот. И вот наши покупочки. Это хлебцы. Мама взяла. Ну, я тоже, в принципе, буду. Потом у нас здесь паштет шпротный. Не знаю, все взяли на пробу, чисто так, так сказать, поиграться. Вот здесь козинак. Козинак. Рахат, лукум. Различные, ароматные. Ну, в принципе, пойдет.
какие-то новые конфеты. Их первый раз вижу. Честно сказать, даже не представляю, какие они будут по вкусу. Так, если по цене, то вот, вот они, суммы. Жмите на паузу, что вам интересно. И смотрите. Единственное, что здесь нет из того, что есть выложено, это шампиньоны. Они уже в морозилке, ребят. В видео вы их видели. Ну вот молоко соевый. Будем пробовать. Мы, конечно, свой заказываем на Озон, но все равно, мне кажется, будет нормально. Но я на это очень надеюсь, потому что не все соевые вкусные. Я не понимаю, как вот это оказалось у меня в телеге. Это было под конец, это было какое-то, наверное, уже сумасшедшее решение, потому что очень сильно как бы хотелось пить, да, но я ее не открыла в машине. Ну, просто сам факт того, что я не знаю, зачем я это взяла. Там, небось, сахара просто полно. Но вот, к сожалению, взяла. Вот мамины бычки. Ей тоже захотелось, ну, естественно, буду пробовать с ней. Я, возможно, такого не любитель, но все равно. И Васи, и Васи. Кому как правильно. Вот, на 111 рублей две штуки. А где вторая? А вот вторая. Вот вторая. Вот. Вот это антиперспирант мы купили в порядке. Там просто не снимала. 114 рублей. А, нет, не 114, 130. 114 это был другой. Вот. Здесь за 36 он вроде тортик. Ну и получается, как бы ничего не купил. Такой вот из покупок, да, вроде бы. Чего здесь есть? Ну, вот 810 рублей. Все. Мы, конечно, хотели взять еще что-то другое, но не все нашли, все, что хотели. Поэтому то, что вы видите, то у нас и есть. Вот, это все хранится без холодильника. Можно просто. Это сладости к чаю у нас типа обеспеченные. Ну, будем все это пробовать. Я надеюсь, что будет все вкусно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, будет очень приятно. Так что, ребятки, до новых встреч, всем пока-пока.